Всем привет, с вами как всегда я Бэйсин. И сегодня наконец-то я снимаю видео. Погодьте. Как всегда здесь ничего нет. Где все? Все сейчас. Так, я переоделся и сейчас буду готов идти в шахту. Довольно. Кажется, я старею. Даже у Питера... тоже. Питер же нет. Как обычно, ничего. Потому что я все истратил. Вагонетка мне не нужна, я пойду здесь. Так, короче, какая-то серия, я уже не забыл. Собираем немножко угля. Ой, боже, от железа. Не золото. Не идиот. Ну, мы не все идиоты. А это Майнкрафт для нубов. Новая серия. Да. Я еще удивляюсь, как... я еще удивляюсь, почему, типа, Фитоснафт ТВ, он успевает все делать. Сейчас он еще говорит, что в четверг вроде будет видео, но я ему что-то не доверяю. Что ты там сказал? Не-не-не-не-не, ничего. Смотри мне. Опа, железо. Сейчас типа по одному кусочку. Углика давай, да, будем. Для этой пещеры заряжу угля. Серьезно. Думаю, что эти самые похоронения в Майнкрафте для нубов никому не нужны. Ведь кто вообще смотрит Майнкрафт для нубов? Оригинальный сериал, типа, анимационный. Эх, еще мне приходится сюда, туда-сюда ходить, туда-сюда. Мать, ненавижу воду. Я просто кот. Вроде выбрался. Оп, жуем. Опа. Так, тут поднимается. Это понятно. Странно, почему я это железом тогда не собрал? У меня сейчас минус. У меня, короче, сейчас 5 железа. Пойду вон туда. А здесь ничего. Черт! Я упал. Не-не-не-не-не-не. Давайте без этого. Нет. Фу. Ай, мази.
всё, да, они существуют в этом... Ой. Угу. Правда, они существуют в этом чёртовом... В этом чёртовом сервере. Мире, точнее. Главное их не спалить. Железо. Железо. Много железа. Надеюсь, не пойду пламя. А то это было бы Гринч Джова. Хе-хе-хе-хе. Я еще помню, как я каламбурил, типа... Знаете, как его звали в школе? Рёша Конрад Наруже! Ай! Опять молнию ударила. Кстати, Лёша Квадратное Оружие ты хорошо подметил. У меня враг у Лёша есть. Конрад, спасибо. Спасибо, дружище. Нет, серьезно, спасибо. Я умею. Мы любим тут камбурить. Ну да, немного. Эх, пофиг. О, железо. А сколько у меня там? 8 алмазов забыл. Пипец. Так. Это сразу, я что-то хотел сказать. А, да-да-да, точно. Ребят, кто смотрит меня без подписки, те, пожалуйста, подпишитесь, потому что, ну, мне люди нужны. Если, вот, короче, когда будет 22 подписчика, я... Не-не-не-не-не-не-не. Опа. Мы бежим обратно туда, потому что я сдох. Ой, а кто бы мог подумать, что ты мог выжить? Слушай, я тебе сейчас нос разобью. Будешь говорить, как я. Слушай, а мне вот это мне уже не надо. Надо, надо. Каламбур ты. Каламбур. Каламбурный ты наш. Хорошо подметил. Господи! Я испугался. Черт. Слушай, как я испугался? Я сейчас оно вообще-то читал. Ну как? Да неплохо вроде. Хм. Ведь оно это ты. Блазин, ты знаешь, что сейчас с тобой будет. Что? Ой, блин, точно, горю! Да что, тебе разломлю, чертям сынок. Кстати, наверное, некоторые задаются вопросом, почему, типа, я не хожу в ад. И, типа, почему я не хожу в край. Да я в край, скорее всего, с ума сойду. Чем хожу в настоящий край. Ну, нафиг. Я лучше туда читами доберусь, чем кидать какой-то око эндера. Серьезно. Это просто пипец. Кто вообще так делает? Профессиональные майнкрафтеры. А, точно. А я жену. А ну бы знает про читерство. А, с тобой-то, ё-моё. Про читерство так узнаю, что прям пипец. В каком это смысле? Я припоминаю, как ты губку считерил. Чего? Как ты вообще это мог запомнить? Питер мне рассказал. Да и я первые эпизоды смотрел. Конечно. Тот, кто посмотрел первые эпизоды, кстати, могут знать то, что я считерил, правда, губку.
Читер. Еще раз так меня назовешь, я тебе нос разобью. Ой, да, дай, добавь, ну не преувеличивай. Ты мультяшный персонаж. И ты сейчас находишься в компьютерной игре. И что-то встал. Я просто тебя хотел напугать. Меня не напугаешь. Бу! Твои, господи! Я сейчас пугаюсь. Нет. Сейчас просто сделаю. Вот мы и вернулись. Черт. Теперь нормально, все добываем все уже. Нет, нормально. Богу железо нормально. Вот его сдамыть. Ну конечно. Хотя я даже радую, что здесь хотя бы что-то есть. Так как железо, вы знаете, в Майнкрафте нормально не производится. А алмазы я вообще молчу. Господи. Кстати, этот, что-то знаю. Чего? Ты добавишь Питера? Боже, боже упаси, нет, конечно. Спасибо. А что? Достал он меня уже. Вообще как ты меня забанил? Контракт надо писать. Ну я незаконно. Чи? Ты меня незаконно добавил в свой сериал? Нет, я, конечно, подписал с тобой контракт, но так ты и сделал это незаконно. Ой, ты дурак. Ребят, мой настоящий создатель, ё-мой. Крашнет. Что, прости? Ай, забанит. А, ну, если это создатель смотрит, типа, майна для нубов, то я очень извиняюсь, ну, типа, мне хочется, типа, сделать, если бы, типа, Майнкрафт для нубов не был анимационным сериалом, о, алмазы, молчи, я хочу сказать, а именно, типа, в Майнкрафте. Хотя бы сейчас ты свою ошибку уяснил. Басю уяснятель. Как ты меня назвал? Басю уяснятель. Я тебе сейчас так уясню. У меня жизнь пояснишь. Поясню. Давай это, добывай. Правда, там минута осталась нам. Сгореть нафиг и закончить серию. На паузу поставь. Это тебе не царское дело, чтобы я на паузу ставил, чтобы мы закончили. Ты просто спокойно добыл руны. Не ютуберское это дело на паузу ставить. А когда ты снимаешь свои сериалы, что ты на паузу ставишь? Паузу ставлю, когда экстренный момент. Короче, здесь мы это все сделаем. Короче, сейчас мы добудем. Кстати, ребят, вот эти типа прохождения Майнкрафта на обычные, это просто разговор. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарии, разлейте это видео всем своим друзьям в соцсетях. А с вами был я, Бася и Святослав ТВ. Всем удачи, всем пока. Да.